Ну, а крім того, в Україні хочуть заборонити російську музику на радіо і на телебаченні. Ну, а більше про це поговоримо з музикантом, телеведучим, який зараз боронить Україну в лавах Збройних сил. Коля Серга з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, здрасте! У Верховній Раді внесли законопроект про заборону російської музики на радіо і телебаченні. Як ви ставитеся до такої ініціативи та до дерусифікації в цілому? Як думаєте, потрібно вести війну на цьому напрямі? Я вважаю, що я не підтримую цього, тому що я знаходжусь в Одесі, я говорю на російському мові. Я вивчаю український язик, але це не значить, що я перестану розмовляти на російському мові, писати на російському мові. Ребят, которые служат со мной в моей военной части, в других военных частях, куда я приезжаю, разговаривают на русском языке. Есть кто-то говорит на украинском. Большинство, кого я встречаю, говорят на русском языке. И дело в том, что я считаю, что главный язык, на котором стоит говорить в Украине, это язык поступков. Если твои поступки ничего не значат, ничего не стоят, то как, на каком бы языке ты бы о них ни говорил, это все сотрясание воздуха. Поэтому, в первую очередь, это язык поступков. Запрещать российское... Я понимаю, когда запрещается там, творчество, либо продукты тех россиян, которые поддерживают оккупацию, поддерживают войну и ведут захватническую или пропагандистскую деятельность против Украины и украинского народа. Я понимаю, да, тогда мы обрезаем их и искореняем их отсюда. И вместе с тем, среди там, деятелей российского искусства, писателей, поэтов, очень много великих людей. На днях я у себя в Инстаграме репостил такое небольшое интервью, фрагмент из интервью Дмитрия Быкова, великого поэта, писателя и литературного критика. И его позиция, она очень человечная, и она на стороне тех ценностей, которые, за которые мы воюем здесь, в Украине. Потому что, допустим, запрещать его поэзию, это будет нечеловечно и неэтично по отношению к нему. Поэтому я считаю, что важно судить по поступкам и по содержанию. Если эта песня, там, либо там, не знаю, фильм несет любовь, несет радость и созвучен по ценностям тому, о чем говорим мы, тому, за что воюем мы, то я считаю, что оно должно быть. А если... добре, я зрозумів вашу позицію. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до демонтажу пам'ятників Пушкіну, до так званого Пушкінопаду, принаймні на Західній Україні, от, наприклад, в Ужгороді? Я отношусь к этому тоже негативно. Я считаю, что, во-первых, я считаю Пушкина великим поэтом. И я изучал его поэзию в детстве, в школе. Я погружался в его творчество позже. И я могу сказать, что в его творчестве очень много по-настоящему сильных и мудрых мыслей. А сильные и мудрые мысли, они воспитывают поколение. Але в школі Пушкіна ми знаємо, що там його творчості, і навіть можемо процитувати. Дивіться, а як бути в цій ситуації, коли частина країни, я би сказав, пристрасно бажає скинути пам'ятники Пушкіну, і частина країни, яку зараз представляєте ви, вважає, що того робити не треба. Чи можливий на цьому тлі конфлікт в Україні? Як ви вважаєте? Я считаю, что если ту энергию, которую пытается искоренить свое прошлое, это, знаете, это как вы вот, с кем-то происходило общение, на каком-то этапе это общение происходило и было там нормальным, а потом произошел конфликт, и вы начинаете удалять предыдущую переписку. Все, это часть прошлого. То есть если это было в нашей истории, окей, пусть оно будет. Давайте исправлять поступками в настоящем. Давайте делать будущее, давайте создавать будущее. Потому что на самом деле это то, чем занимается Россия. Россия начинает переписывать прошлое. Россия начинает навязывать прошлое окружающему миру. Именно поэтому у России нет места в будущем. А Украина — это страна будущего. И то настоящее, которое мы сейчас обрабатываем, то, за которое... мы отправляемся в бой, то, за которое мы воюем, это то настоящее, которое, взгляд которого направлен в будущее, в светлое будущее наше. Поэтому давайте строить будущее, а не пытаться копошиться в прошлом.
Добре, ви виклали свій погляд на цю проблему. А тут мені підказують, що є ще питання. От на вас є замовлення кібервійськ З. Це визнання з боку РФ? Як ви сприймаєте це? Я думаю, да. Вот буквально там несколько часов назад начал Инстаграм активно блокировать мои сторис, мои истории, что связано с кибератаками. Причем это истории, в которых нет ничего такого, за что можно зацепиться. То есть это посылки от волонтеров. Причем, да, три посылки от волонтеров заблокировали, те, которые прислали. Одни прислали турникеты медицинские и разгрузки мультитековские. Другие прислали ботинки, и третьи прислали, что-то, короче, еще прислали, а фонарики там, типа, перчатки, и все три истории были заблокированы, и я понимаю, что это очень активная кибератака, поэтому... Я сейчас с ними буду прощаться. Так как кибервойска у России такие же неумелые, как и их основные войска, то видите, как они попадают в очень странные плоскости. Я дякую за вашу розмову, за ваш час, що ви нам приділили. Так само я дякую за вашу службу. На зв'язку був музикант, телеведучий і військовослужбовець Збройних сил України на цей час Коля Серга. Дякую.